Сегодня я расскажу вам о новой линии продуктов. Это косметика. Косметика, которую мы уже все давно ждем. Расскажу о главных преимуществах нашего продукта. Наука уже давно доказала, насколько внешняя красота человека важна для его внутреннего хорошего самочувствия. Последние исследования рынка косметики показывают, что больше чем 50% женщин уже в 30 лет думают о старении и сохранении их внешности. И это правильно, потому что наша кожа начинает стареть уже с 20 лет. 76% женщин явно верят в инновационную индустрию красоты и согласны, что правильные косметические продукты помогут их коже быть моложе и дольше. Все они – это потенциальные потребители наших продуктов. Хочу ознакомить вас с последними тенденциями косметических продуктов, так называемых трендов, куда движется вся косметическая индустрия в мире. Это новейшие ингредиенты, но те только ингредиенты, действия которых доказано клинически в медицинских исследованиях. Это все ищут продукты без дополнительной химии и вредных ингредиентов. Все хотим иметь продукты, которые бы показывали гармонию между природой и технологией. Самое интересное – это многофункциональные продукты, когда один продукт и оказывает сразу много разных воздействий на кожу. Исходя из этого, я смело могу гарантировать, что лаборатория Demfoy Vision следит и воплощает все последние мировые тенденции косметики в наши новые продукты. Посмотрим на главные факторы, которые влияют, что наша кожа стареет и можно ли их избежать. Их можно разделить на группы. Это биологический фактор. Реально это генетическое старение всего организма, который возможно только немного приостановить с помощью здорового образа жизни, с помощью БАДов, но не остановить. Второе – это факторы окружающей среды, влияющие на старение нашей кожи. Это солнце, радиация, химия, стресс, которые можно стараться избежать, но это только частично. И не надо забывать про механические изменения кожи. Например, морщины, мимики или улыбки. Можем только немного их контролировать. Это значит, что избежать старения кожи нельзя. И обязательно нужны дополнительные средства, которые поможут это приостановить. Как изменяется наша кожа с возрастом? Уже от 20 лет появляются первые признаки сухости кожи. Уже тогда кожа требует увлажнения дополнительного. С 30 лет кожа становится тоньше и суше. Появляются мелкие морщины. Уже тогда надо применять увлажняющие средства с солнцезащитными факторами и антиоксидантами. После 40 лет уже начинаются появляться все главные признаки старения кожи. Что это за признаки? Это сухость кожи, потеря влаги, потеря упругости, эластичности кожи, истончение кожного покрова, мелкие и глубокие постоянные морщины, старческие пятна. После таких изменений помочь коже можно только сильными глубоко увлажняющими средствами и сильными активными ингредиентами, которые способствуют синтезу коллагена и эластина. Всегда надо помнить, что молодость кожи показывает состояние всего нашего организма, а сохранение молодости кожи начинается с хорошего ухода за ней, что невозможно без хороших продуктов. Так что такое новая косметическая линия от компании Vision? Она создана для борьбы с причинами и последствиями возрастных изменений кожи. Предназначена для
целевой аудитории возрастной группы плюс 35. Но надо помнить, что к этому надо подходить очень индивидуально и оценить состояние кожи каждого человека. Главные действия нашего продукта. Как они действуют? Они увлажняют и питают кожу. Защищает от негативного влияния окружающей среды, вредного воздействия ультрафиолетового излучения и свободных радикалов. Уменьшает морщины за счет стимулирования выработки коллагена и эластина. Тем самым улучшает эластичность и упругость нашей кожи. Помогает восстановить естественное сияние кожи, цвет кожи, уменьшает старческие пятна. Как всегда, для создания продуктов лаборатория DEMFO ищет самых лучших специалистов в своей области во всем мире, которые стали резидентами DEMFO для этих продуктов. Я хочу вам их представить. Это Даниэль Жутар, француз, профессор Парижского университета, который уже больше чем 10 лет занимается созданием косметических продуктов для таких компаний, как L'Oréal, фармацевтических компаний Novartis, Sanofi и других. И, конечно, Жан-Клод Ле Жолиф официально имеет статус профессора косметологии Франции. Входит в пятерку самых известных создателей французской косметики. Он создал и больше 30 лет работал в департаменте развития новых продуктов, таких компаний, как Chanel, Dior, Hermès. С такими помощниками, с такими резидентами можно сделать только уникальный и только хороший продукт. Обратите внимание на партнеры, которые, с которыми рядом стоит и DEMFO, и стоит компания Vision. Это действительно те бренды, это мировые бренды, которые делают честь и которые гарантируют уникальность и качество. Перейдем к главным преимуществам косметики Vision. Почему люди должны выбирать только нашу косметику? Первое, это что объединяет все косметические продукты, это уникальная технология. Технология, которая называется UltraDense High-Tech, которая используется в создании структуры всех косметических продуктов Vision. Второе, это новейшие ингредиенты с клинически доказанным антивозрастным эффектом, такие как стволовые клетки, фитоцелнунатак, как фактор эпидермального роста, как комплекс биопептидов. Все эти главные ингредиенты есть во всех продуктах. Плюс в каждом продукте имеются индивидуальные активные ингредиенты, для которые усиливают их специфическое действие. Обо всем более подробно. О уникальной технологии производства косметики Vision. Состав всех косметических продуктов можно разделить на три главных части. Это база или эмульсия косметики, что реально является смесью воды и жира. Это активные ингредиенты, которые придают специфическое действие косметике, и вспомогательный компонент. Лаборатория DEMFO нашла уникальный способ изменить саму структуру, базу или так называемую эмульсию косметических продуктов. База всей косметики или база или эмульсия состоит из воды и жира, которые реально не смешиваются между собой. При производстве косметики с помощью механического перемешивания жир разбивается на маленькие пузырьки, как бы частицы в воде, и мы получаем эмульсию, однородную массу для базы косметики, что и делают другие производители косметических продуктов. С помощью уникальной технологии UltraDense High-Tech эмульсия создается, база косметики создается не
механическим перемешиванием, а при помощи ультразвуковых волн, что позволяет разбить и размешать частицы жира до наноразмера. И получается косметическая база с уникальными свойствами. Технология UltraDense High-Tech создана совместно с резидентами лаборатории DMFO и есть только у нас, что очень важно. Посмотрите на фотографии. Вы видите структуру косметики при перемешивании механическим путем. Это дорогой премиум продукт. Это структура под микроскопом. Вы видите, можно увидеть, что главные составные частицы, частицы жира, липидов, имеют размер около 2000 нанометров, около 2 микрометров. При перемешивании технологии UltraDense мы получаем частицы 3-5 раз меньше величиной и получаем намного больше гомогенность всей эмульсии. Только такая структура базы косметики с наночастицами, созданная с технологией UltraDense High-Tech, может проникать в глубокие слои кожи, в так называемую дерму, и с собой понести все активные ингредиенты косметического продукта, что гарантирует их действие. Какая самая главная польза от этой технологии? Это эффективность, потому что составные части косметики попадают там, где они должны быть, глубоко в кожу. Ощущение комфорта, быстрое усвоение косметики, натуральность, потому что такая технология позволяет уменьшать количество эмульгаторов, консервантов и других химических средств. И, конечно, экономичность, потому что надо меньше косметики для достижения желаемого эффекта. Другие главные ингредиенты, которые есть во всех продуктах этой линии Vision, это стволовые клетки. Что это такое? Стволовые клетки – это недифференцированные клетки, из которых образуются все разные специализированные клетки в нашем организме. В коже из них получаются клетки коллагена, эластина и другие, необходимые, чтобы кожа постоянно обновлялась. С возрастом у людей уменьшается количество стволовых клеток, что приводит к замедлению обновления и старения кожи с образованием морщин. Клинические исследования, доказано, что стволовые клетки играют одну из ключевых ролей в возрастных изменениях кожи. Но не все стволовые клетки одинаковые. В наших продуктах мы используем стволовые клетки, получаемые из растений. Конечно, возникает вопрос, образуются ли из таких стволовых клеток, получаемых из растений, клетки кожи человека? Конечно, нет. Что делают растительные стволовые клетки? Первое, они защищают собственные стволовые клетки человека от воздействия вредных внешних факторов, особенно ультрафиолетового излучения. Второе, они стимулируют более активное размножение и дифференциацию стволовых клеток кожи человека. Очень важно, какие стволовые клетки используются в косметике, потому что они бывают очень разные. Мы используем растительные стволовые клетки, которые называются Phytocell-Tech Nunatak. Что такое Phytocell-Tech? Это название уникальной технологии, разработанной швейцарской биотехнологической корпорацией Mibelle, которая позволяет извлекать и размножать стволовые клетки из растений уникальным способом. Швейцарская корпорация Mibelle является лидером по инновациям и клиническим исследованиям воздействия растительных стволовых клеток на каждого человека. Стволовые клетки, применяемые в наших продуктах, имеют клинически доказанное исследование о их эффективности при постоянном применении в течение 4 недель.
Первые растительно-стволовые клетки были выделены из швейцарского яблока. Проблема, что эти клетки не проникали глубоко в кожу и воздействовали только на верхние слои эпидермиса, и их эффективность была очень маленькой. Хотя до сих пор они используются во многих других продуктах наших конкурентов. Дальше были выделены стволовые клетки из винограда, окопника, альпийской розы, органа. И только в 2015 году была выделена шестая генерация растительных стволовых клеток, которая называется нунатак. Это их название. И выделяется эти клетки из уникального растения Сапонария пумила. По-русски это будет мыльнянка карликовая, которая проникает, эти стволовые клетки проникают в самые глубокие слои кожи, в нашу дерму. Все они называются растительными стволовыми клетками, но их действие и эффективность очень разные. Фитоцил нунатак стволовые клетки – это можно назвать ледниковым компонентом наших продуктов. Чем уникальны эти стволовые и растительные клетки? Цветок Сапонария пумила растет только высоко в горах. Он пережил ледниковый период и за много-много лет приспособился выживать в самых суровых условиях. Это высокогорье, это сильное ультрафиолетовое воздействие при очень низких температурах и их колебаниях. Полученные стволовые клетки нунатак специально инкапсулируются в липосомы, покрываются двойным слоем липопротеинов как собственной мембраны для защиты и лучшего проникновения в глубокие слои кожи. Другой не менее важный ингредиент всех наших продуктов – это эпидермальный фактор роста. Это белок натуральный, который и натурально есть в коже каждого человека и помогает залечивать повреждения и раны нашей кожи. Когда этот белок присоединяется к клетке, он стимулирует ее рост и размножение. Он специфически действует на те клетки, которые имеют специальные рецепторы, тоже белки, на своей поверхности. С возрастом количество этого белка уменьшается, и обновление кожи замедляется. Обновление кожи с помощью эпидермального фактора роста помогает защищать кожу от вредного воздействия окружающих и внутренних факторов. Эпидермальный фактор роста особенно сильно действует на самые важные клетки кожи – коллаген и эластин. Тем самым эффективно помогает уменьшать возникновение морщин, пигментных пятен и борется с уменьшением эластичности кожи. Этот белок, эпидермальный фактор роста в косметике Vision синтезируется из растений и имеет до 97% степени чистоты и не содержит эндотоксинов, что очень тоже важно. Следующий ингредиент, который тоже есть во всех продуктах новой линии Vision, это биопептидный комплекс. Это комплекс из трех разных белков. Пептиды, проникая в глубокие слои кожи, воздействует на структуру каркаса кожи, улучшая ее эластичность, тонус и сокращает, уменьшает морщины. Дополнительно пептидный комплекс блокирует мышечные спазмы и так предотвращает появление мимических морщин. Не меньше важный ингредиент продуктов – это ароматы. В линейке наших продуктов мы используем только гипоаллергические ароматы. Каждый продукт обладает уникальным ароматом, который и все эти ароматы, разработанные парфюмерами, сотрудничая с компанией Hermès в городе Грасс во Франции,
который называется столицей ароматов. Без главных ингредиентов, без уникальной технологии производства нельзя не рассказать о упаковке наших продуктов. Большинство продуктов будет упаковано в безопасной упаковке, вакуумные флаконы, так называемые Arless. Такая упаковка продлевает срок годности продуктов до 15% без использования дополнительных помогающих средств как консервант. Позволяет использовать продукт без риска внешних загрязнений микробами, потому что мы не можем дотрогаться пальцами до продукта, если его не используем. Продукт выдавливается под давлением вакуума и никогда не возвращается обратно в банку. Упаковка надежно защищает наш уникальный продукт от воздействия воздуха и солнца. Так какие продукты будут в нашей линейке? Это будет всего 6 продуктов. 2 дневных крема, ночной крем, серум, маска и крем для кожи вокруг глаз. Обязательно надо отметить, что вся линия продуктов имеют все сильнодействующие антивозрастные ингредиенты, о которых я уже рассказал. Это значит, во всех продуктах есть воловые клетки нанотак, во всех продуктах есть эпидермальный фактор роста и комплекс биопептидов. И, конечно, все продукты производены с помощью уникальной технологии Ultradense. Дополнительно у каждого продукта свои уникальные ингредиенты, которые придают специфические свойства каждому продукту. Все это и создает сильный комплекс антивозрастным эффектом. Подробнее о каждом продукте. Дневной крем. У нас будет 2 типа дневного крема. Дневной крем для более холодного и более теплого климата. Или можно разделить для летнего и зимнего периода в странах, где эти периоды отличаются очень сильно. Конечно, оба эти дневные крема содержат лучшие ключевые ингредиенты и дополнительно имеют факторы защиты от ультрафиолетового излучения. Имеют разные факторы защиты SPF 30 и 20. Конечно, они различаются не только фактором и защиты от солнца, различается и базовый состав крема, их жирность продукта. Необходима дополнительная защита от ультрафиолетовых лучей. Факты о фотостарении. Солнечные лучи виноваты в 90% причин преждевременного старения кожи. При воздействии ультрафиолетовых лучей солнца в организме появляется больше свободных радикалов, что приводит к разрушению клеток кожи и, соответственно, ускоряет процесс старения. Иногда достаточно всего 20 минут побыть на солнце, чтобы причинить вред своей коже. Сильный загар на солнце увеличивает риск возникновения рака кожи почти 2 раза. Потому по этим причинам главное свойство дневного крема – это защита от ультрафиолетовых лучей и от свободных радикалов, борьба с фотостарением. Дополнительные свойства крема – это, конечно, увлажнение кожи, уменьшение появления морщин, стимуляция производства коллагена и эластина. Дневной крем надо использовать каждое утро на чистую кожу лица. Следующий продукт – это ночной крем. Ночной крем с инкапсулированной швейцарской ледниковой водой для длительного увлажнения кожи всю ночь.
Специальная вода добывается для производства этого продукта, добывается из многовековых ледников в Альпах, Швейцарии, с высоты более 3,5 километра, где есть идеальная чистота. За долгое время эта вода прошла природную очистку, и она насыщена многими полезными микроэлементами. Поэтому что много лет протекала через разные слои почвы гор. Почему так важна вода в косметических продуктах? Содержание воды в разных слоях кожи уменьшается от 80% в глубоких слоях до 13% в наружных слоях кожи. Используя ледниковую воду, инкапсулируется в специальные липосомы из фосфолипидов, лецитина, которые образуют сферы чистой инкапсулированной воды. Наша кожа имеет жировой покров, который защищает кожу от проникновения воды, и только такие липосомы из фосфолипидов позволяют этой воде глубоко проникать во внутренние слои кожи и оказывать продолжительное увлажняющее воздействие в течение всей ночи. Главное свойство ночного крема – это, конечно, продолжительное увлажнение. Дополнительное успокаивающее действие на кожу, восстановление сияния кожицы, борьба с морщинами, повышение упругости и эластичности кожи. Этот продукт надо использовать каждый вечер на чистую кожу лица. Следующий продукт из нашей линейки – это сыворотка или серум для лица с фактором роста и L10. Эпидермальный фактор роста в сочетании с фактором роста и L10, который есть в серуме, обладает сильным противовоспалительным действием и помогает бороться с воспалением кожи. Очень важно, что в производстве продукта применяется уникальная технология, во время которой используются только низкие температуры, которые позволяют сохранить эффективность ингредиента EL10, потому что этот ингредиент является очень термочувствительным. Свойства сыворотки. Главное – это противовоспалительное действие, борется с раздражением кожи, способствует регенерации клеток кожи, стимулирует производство коллагена и эластина, борется против морщин, имеет лифтинг-действие. Сыворотку надо использовать каждый день утром и вечером перед использованием дневного и ночного крема. Следующий продукт. Это маска для лица с инкапсулированным витамином С. Как мы все знаем, витамин С – это сильный антиоксидант, который борется с свободными радикалами. Но простой витамин С растворяется в воде, а не в жирах, и не может проникать в глубокие слои кожи через жировую пленку, и просто он становится неэффективным. Вот почему в нашем продукте используется только инкапсулированный витамин С. Инкапсулированный в липосомы витамин С в два раза более эффективен. Липосомы способствуют проникновению витамина С в самые глубокие слои кожи. Еще лучше инкапсулированный витамин С проникает в кожу под воздействием массажа. Свойства маски. Она защищает кожу от свободных радикалов, имеет сильный антиоксидационный эффект, усиливает синтез коллагена, борется против морщин, имеет отбеливающий эффект, создает ощущение естественного сияния, улучшает цвет лица. Маску надо использовать два раза в неделю по 15 минут, перед употреблением сыворотки и крема.
Следующий продукт – это крем для глаз с экстрактом шелковой акации. Экстракт персидской шелковой акации обладает противовоспалительным, антиоксидационным и антивозрастным свойством, а также сужает поры кожи. Он уменьшает видимые следы усталости кожи, включая темные круги и мешки под глазами. Этот экстракт помогает обеспечить лифтинг-эффект на повыше верхнее веко и даже является хорошей альтернативой инвазивной хирургии. Дополнительный ингредиент этого продукта для достижения более сильного эффекта – это экстракт из другого растения, который имеет фирменное название дарутозит. Комбинирование действия экстракта шелковой акации и другого активного ингредиента дарутозит дает синергический эффект, помогает значительно уменьшить темные круги и мешки под глазами, уменьшит морщины в уголках глаз, восстанавливает оптимальное количество коллагенных и эластичных волокон в местах применения. Первый эффект от применения продукта можно увидеть уже после 7 дней применения. Главные свойства крема для глаз – это интенсивное увлажнение, уменьшение морщин в уголках глаз, так называемые куриные ножки, уменьшение темных кругов и припухлости под глазами, лифтинг-эффект на провисшее верхнее веко. Использовать крем надо утром и вечером, каждый день вокруг глаз на чистую кожу. Конечно, надо отметить, что о безопасности наших продуктов новой линии косметики Vision. В наших продуктах нету ингредиентов, протестированных на животных, нету ингредиентов животного происхождения, нету токсичных парабенов, нету сужающего кожу спирта, нету продуктов переработки нефтехимии, которые закупоривают клетки кожи, нету других ингредиентов, которые часто можно найти в других косметических продуктах, как гормоны, сульфатов, продукты переработки алюминия. Как и каждый продукт, эти продукты имеют уникальный производственный цикл. Вы видите, сколько много стран участвовало в разработке этих уникальных продуктов. От создания ингредиентов, от тестирования, от создания формуль производства этих продуктов. Конечно, все этапы производства, они контролируются лабораторией ДМФО и имеют все сертификаты, которые нужны, которые показывают на качество наших продуктов. Это и сертификаты GMP, сертификат ISO, специальный сертификат ISO для косметических продуктов. Продукты имеют значок, что не были тестированы на животных. Они произведены, имеют дерматологические тесты. Их может использовать веган. Это главное преимущество наших уникальных продуктов. И как уже было объявлено, все эти продукты появятся в нашей продаже, и все первые, которые могут их приобрести, это будут те, которые приедут на Миллениум. Спасибо всем за внимание.